Потому что вообще как после националки, есть еще силы? Да, ну, конечно, есть силы, еще хватает. Где проще, в националке или в молодежке? Ну, я думаю, не то чтобы тут проще, просто тут со своими сверстниками. И где-то физически, может, чуть полегче. Чувствуешь себя сейчас вот на фоне них лидером? Ну, или особый спрос? Может быть, не знаю. Ну, наверное, больше, наверное, будет особый спрос. Кого сейчас у молодежки больше всего рад видеть? Мирослава Михайлова, Илью Морозову. Да, в принципе, всех ребят, с кем не виделся, со многими играли. Еще по сборной 18-18, почти со всеми пацанами, я бы сказал. Так что я очень всех рад видеть. Сейчас уже нету Олега Владимировича на трибунах. Полегче стало? Или наоборот, мотиватора не хватает? Да нет, ничего не изменилось, в принципе. У тебя еще и пробный контракт с Минским «Динамо». И сейчас ты с Вудкрафтом поработал. Какие впечатления оставил вот этот сбор? Именно с самим Крейгом? Да. Положительные эмоции. Просто, ну, очень положительные эмоции. Научился, даже, ну так, так сказать, подучился играть в меньшинстве. Положительные эмоции одни. Можешь сказать, что уже готов к сборам «Динамо»? Не знаю, это как тренерский штаб решит. Ну, вообще, вот это вот подписание пробного контракта с «Динамо», вызов национальную сборную, вот эти вот твои карьерные события, они стали для тебя каким-то таким шокирующим, неожиданным? Ну, не сказал, что шокирующим, но это просто, как сказать, еще стимул, что нужно еще больше работать, работать и еще раз работать. Ну вот, вполне возможно, что вам в Сочи предстоит играть с той же У-20 российской, которая была вот на этом турнире. Какие впечатления у тебя соперники оставили? Ну, команда очень быстрая, мастеровитая. Ну, надо с ними просто играть стык-стык, не давать им почувствовать. Все.